Всем привет! Вот я вам что покажу интересное. Сейчас, может, вы и видели? Я вот первый раз увидела, и мне очень понравилось. Багажный бокс, автопалатка. 4 года в Тольятти вот такое вот выпускают удовольствие. То есть это вот в комплекте все 100 тысяч. Лесенка и вот такое вот место. 2 метра в длину. Телескопическая лестница, матрас, подушки и органайзер. Все технические характеристики. Здесь в сложенном, разложенном состоянии. Угу. Вот здесь вот это вот все. Так, хорошо. И там вот это вот укрепляется. Расклад. То есть это как багажник идет. За считанные минуты он превращается в палатку для ночевки на крыше. По своим размерам это двухспальная кровать, где свободно разместятся 2 взрослых, да еще и ребенок в придачу при необходимости. Шикарно. Комментарий. Вау! Так, а вместе с машиной 1 100 000 будет. Твои лучшие выходные. Ой, смотрите, заинтересовались как. Нравится? Do you like it? Yes. Очень удобно для автопутешественников, рыбаков, охотников. Прямо отель на крыше авто. Не бойтесь, это Россия. Пробуют на надежность. Да. Говорят, какая-то чудесная у вас палатка. Ладно, то, что надо. Вам нравится? Мне даже понравилось, хоть я вообще не автомобилист. Вот так Тольятти всех нас очаровал. Ставим лайк и пишем свои впечатления в комментариях.